Судя по трактовке и словаря, добро – это все положительное, хорошее, полезное. Однако, как показывает практика, чем старше становится человек, тем меньше остается надежды на бескорыстные поступки. Предпринимательница из Оренбурга Анна Пименова решила подарить веру в добро и объединить старшее поколение с помощью проекта «Добродомик». У нас есть уже клуб вязальщиц, клуб там актеров, клуб музыкантов. У нас тут такой клуб по интересам организовался. Им нужно внимание. Они счастливы, что они приходят сюда. Это очень важно. И я от этого, и все, кто сюда приходит, волонтеры, кто приносит продукты и помогают, получаем неимоверное удовольствие. Это радость. Добродомик распахнул свои двери в конце августа. Изначально планировалось, что здесь пенсионеры смогут бесплатно пообедать. Но старшему поколению Оренбурга этого показалось мало. Сейчас они уже там организуют концерты и выставки. Все благодарны, конечно. Да. Это же самое настоящее добро творят. Хоть люди. Для пенсионеров это большое дело, конечно. Пенсия маленькая. Пенсионеры признаются, получать добро приятно, но и делать добрые поступки несложно. Для каждого из них они свои, особенные. Помогла воспитывать внуков, чтобы они были людьми. Хотелось очень. И они стали. Я всегда всем добра желаю. И мне тем же отвечают. Люди, которые прожили не один десяток лет, признаются, нельзя откладывать добрые дела на потом. Ведь каждый может помочь другому и немного изменить мир к лучшему. Анна Немых, Константин Воробьев, Новости дня.